Сегодня получил посылочку из Китая, пульс-оксиметр. Но сейчас это очень актуально. И особенно нам, старикам, надо иметь такой приборчик дома. Вот. Шел он 2 недели. 2 недели пролетели. Что это такое, не знаю. Что тут входит? Интересно. А, ремешок. Его можно будет носить на шее, как у медработников. Так. Так. Прищепка. Прищепка. Сначала в эту прищепочку нужно вдеть батарейки. Батарейки вставляются вот здесь. Две батарейки. Мизинчиковые. Ну, сразу скажу, что очень многие путают и вдевают батарейки неправильно полярность. Здесь, что интересно, плюс идет тоже на пружинку. Вот, вот, плюс на пружинку. Здесь плюс на обычный контакт. Мы привыкли, что минус идет на пружинку, а здесь и плюс на пружинку, и минус вставили, включили. Ой, прям даже страшно, даже страшно. Так, ну, так. Включил. Ну, возьму мизинец. И что там? И чего? В течение где-то минуты? Или нет? Ой, на пределе. 95 на 81. Сейчас провентилирую легкие. И другой палец. Что там видно? Нет еще? Да, 98. 98. Это вот сейчас я провентилировал легкие. Дышал, 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 дышал. Понятно. Значит, дышать надо, чтобы сатурация была хорошая. А почему он показывает? Что он показывает? Видите, да? Там светодиод. Он с определенной частотой светит, и наша кровь, гемоглобин, если он имеет при себе 4 молекулы кислорода, он светится ярко. Если у него 3 молекулы кислорода или меньше, то он светится более тускло. Вот на этом и основано, что чем больше, то есть от того, насколько много гемоглобин присоединил к себе молекул кислорода, меняется, соответственно, поглощение этим гемоглобином светового пучка вот этого, который здесь светодиод. Вот он, видите, светодиодик там. Вот. И на него подушечку пальца и опускаешь, и ждешь. Сколько сейчас? Плохо, 93. Вот, сейчас посмотрим, как моя супруга. Вот у моей жены, которая идеал, у нее 98, но пульс 89, высоковат. Но это она переживает, что у меня низкая сатурация такая. Чтобы вдеть шнурок, нужно попасть вот в эту вот петелечку. Вот в эту вот петелечку, видите? Сейчас я это попробую сделать. Вот для этого очень удобно просто затупить чуть-чуть кончик, снять. Вот так вот. Натянуть.
как на тетиву стрела. И вот так вот, вот сюда вот продеть. Сейчас, секунду. Что было без этой, я бы не проткнул, потому что там внутри был облой, пластмасса тонкая. То есть отверстия фактически не было. Я вот зубочисткой этот облой продавил. Все. Угу. Теперь буду вообще не расставаться. На улицу вышел гулять, значит, больше у меня сатурация должна быть там. Ой, потом дома готовлю, газом дышу. Ниже сатурация. Ладно, короче, нажал, палец сунул, подождал. Еще хуже стало. Вот так вот. Закопайте меня в сосновом аромате. Вот сейчас почистил снег. 97/57. Да, если у вас температура и сатурация еще вот это 93, то вызывайте врача на дом. Наверняка это ковид вас подкосил уже. Не доводите до греха. Не страшна метель и стужа всем, кто с головой не дружит.